Верите ли вы в привидений? Знаете ли вы, что в мире действительно порой происходят события, которые иначе как сверхъестественными не назовешь? Одна из таких историй даже легла в основу сценария фильма «Заклятье 2», выходящего в кино 16 июня. Это экранизация знаменитого реального паранормального расследования демонологов Эда и Лоррейн Уорренов. А сможете ли отличить правду от выдумки вы? На странице конкурса вас ждет 10 историй легенд. Часть из них правдивы, другие — чистой воды фантазия. Ваша задача — определить, какие события действительно происходили в нашем мире. И те, кто справится с задачей лучше всего, получат ценные призы. Обладатели первого, второго и третьего мест получат игру Overwatch и фирменные подарки с символикой фильма «Заклятье 2». Конкурс продлится до 24 июня включительно, а итоги мы подведем на следующий день, 25-го.